Сегодня третий день фестиваля «Черчеян». Свои спектакли зрителям Хакасии представили Российский молодежный академический театр, театр «Юки» из Японии и Большой театр кукол Санкт-Петербурга. Актеры Петербурга представили сказку «140 ударов в минуту». Такова частота сердцебиения новорожденного. Спектакль о том, как ребенок знакомится с удивительным миром природы. Постановка рекомендована детям с 4 лет, но, по словам режиссера, спектакль для семейного просмотра. И сегодня вечером на Первомайской площади состоится выступление уличного голландского театра «Close Act». Некоторые уже смогли оценить красоту и необычность костюмов гостей из зарубежья в день открытия «Черчеяна». Остальные смогут сделать это совсем скоро. Представление начнется в 22 часа.